Привет, друзья мои! Добро пожаловать на кухню Тори. Готовим с вами сегодня куриные крылышки, которые называются кожа до кости. Вот. Что нам для этого понадобится? Итак, нам нужно 20 крылышек, которые мы предварительно разрезали по суставу. Вот эти пипки крайние выкинули. И вот две части от каждого крылышка получилось. Полстакана муки, 60 грамм сливочного масла, чайная ложка красной паприки, столовая ложка чесночного порошка, ну, либо 5 зубчиков чеснока свежего, соль и черный перец по вкусу. И также по вкусу вы берете любимый свой острый соус. Ну, мы взяли полстаканчика, потому что он у нас не очень острый. Итак, ребятки, панировать мы будем, как в одном из своих рецептов я уже показывала, в пакете. Я взяла 2 пакетика друг в дружку и положила, чтобы наверняка не порвались. Отправляем сюда муку, половинку черного перца, всю паприку и соль. Все остальное оставляем пока. Выкладываем крылышки. Ау! Не на скатерть, не на стол, а в пакет. Как всегда, говорю позже всего, что мы разогрели духовку до 200 градусов, а противень заранее застелили, ну, либо фольгой, что я потеряла мусорку, либо пергаментной бумагой, как вам удобно. Так, завязали пакетик, не очень крепко, и панировали. Аккуратненько, чтобы пакетик не разорвался, ну, так, чтобы обвалялись все наши крылышки. Все, крылышки обвалялись, если есть лишняя мука, но у меня вот пока нету. Выкладываем на противень. И мы отправим их выпекаться в духовку на 15-20 минут с одной стороны. Потом перевернем и еще 15-20 минут с другой стороны. Итак, ребятки, смотрите, с 20 крылышек у нас получилось 40 вот таких половиночек. Заполнили полностью противень, отправляем выпекаться. Итак, ребятушки, у нас прошло 20 минут, наши крылышки стали вот уже позолачиваться, скажем так, с одной стороны, мы их перевернули. Ну, я для себя решила, что я хотела бы сбрызнуть маслом немножечко, но вы для себя не хотите, не бегайте. Ой, что у меня тут не спрей, нифига. Нет, спрей написано. В общем, чуть-чуть, буквально, слегка, ну, мне кажется, это будет потрясающе. Все. Отправляю дальше в духовку уже до готовности. То есть, я думаю, по времени это займет минут 15-20 еще. Но смотрите, как только перестает, вернее наоборот, как только начинает с них сок выделяться с крылышек прозрачный, все, они готовы. Ну и смотрите уже по корочке, какую вы хотите получить. В общем, мы отправляем их дальше жариться. Друзья мои, у нас крылышки жарятся уже 30 минут. Я просто решила, что я хочу их немножко более такими хрустящими сделать, более золотистыми. И мы их скоро будем уже доставать, поэтому приготовим соус. Маленькую кастрюльку, она у нас уже нагревается, отправляем масло. Быстренько его растопим. Так, к маслу добавляем оставшиеся специи, это чеснок, чуть-чуть перца и немножечко соли. Даем специям чуть-чуть прогреться. Добавим. Отправляем сюда наш любимый соус. Если будет густовато, то есть если ваш любимый соус густой, например, то можно, конечно же, добавить чуть-чуть водички. Можно не добавить. Все, нам нужно это все хорошенько размешать и превратить в однородную эмульсию. Ай, горячо мне. Что-то мне горячо. Да, у меня соус густой, я добавлю чуть-чуть водички. Буквально маленькую чашечку. Чтобы он был, ну, чуть-чуть жиже, но не совсем жиже. Ну, примерно вот такой контент. Сейчас у меня соус закипит.
я приступлю к тому, чтобы доставать уже крылышки. Так, крылышки мои пожарились, вот такие вот они красивенькие получились. Что я взяла? Я взяла большую емкость, у меня это кастрюля. И сейчас я эти крылышки сюда вот эту кастрюльку сложу. Так, подприклеить. Итак, ребятки, смотрите, красота какая у нас здесь в кастрюле. Что мы делаем дальше? Так, у меня здесь горячим соусом все это заливаем. И как вареники или пельмени взбалтываем. Чтобы наши крылышки... О, боже, как они пахнут. Хорошенечко полностью в соусе в этом обвалялись. Собственно, все. Теперь можем выкладывать на тарелку и подавать к столу. Можно подавать с гарниром, можно просто так включить киношку, взять стаканчик пивка и с крылышками, с этими употреблять. В общем, мы пошли кушать. А вы не забывайте радовать себя и своих близких. Обязательно подписываться на наш канал. Непременно ставить большой-большой лайк. Можно два. Подписываться на все наши паблики ВКонтакте, в Одноклассники, в Фейсбуке, в Google+. Ссылочки в описании. В общем, мы есть везде. Пока-пока. До скорых встреч.